Соревнования на призы четырехкратного участника Олимпийских игр Андрея Михневича завершились в Бобруйске. Сегодня прошел второй заключительный соревновательный день. Более 600 спортсменов из Могилевской и Гомельской областей и города Минска определили сильнейших. Огромное количество спортсменов объясняется просто. Состязания имеют статус республиканских. Одним из самых зрелищных видов программы стала дистанция на 1000 метров. На гладкой дорожке среди девушек не было равных Виктории Воронец. Ученица Бобруйского училища Олимпийского резерва уже на протяжении 4 лет занимается легкой атлетикой. За это время спортсменка громко заявила о себе на областных и республиканских соревнованиях. Этот старт стал для Виктории подготовкой к кроссу, который пройдет совсем скоро в Минске. Соперничество не сильное, но бежалось тяжело. Я сразу бежала на личный рекорд. Улучшила на 4 секунды. Но не только жарко было на беговых дорожках. Чтобы все прошло в духе честной спортивной борьбы, за законностью соревнований следила судейская бригада. Именно им приходилось порой распутывать спорные ситуации. Соревнования идут хорошо, без нарушений. Значит, вчера было подведение итогов первого дня. Это такая подготовка к следующим соревнованиям, которые будут проходить в городе Минске. Соревнования завершились. Медали узнали своих обладателей, обновились рекорды. Ну а самое главное, легкая атлетика узнала имена своих будущих героев. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск 360.